Офис кооператива «Честный капитал» находился здесь, в Рязани, на улице Кольцова. Сейчас от него не осталось даже вывески. Судя по всему, он съехал вместе с деньгами рязанских пенсионеров. Николай Башков собирал деньги, которые вложил в кредитный потребительский кооператив «Честный капитал». 10 лет. Он на пенсии деньги откладывал для сына. Открывать счет в банке не планировал, пока не увидел объявление в газете. Кооператив обещал своим вкладчикам высокие проценты по вкладам. Он отнес туда в начале января сначала 150 тысяч, а потом еще 350. Ежемесячно проценты от этого вклада кооператив должен был перечислять на пенсионный счет. Но выплат Николай так и не дождался. Сначала пришло письмо, что пройдет внеочередное собрание кооператива. Потом выяснилось, что все отделения закрываются. Вы не волнуйтесь, в течение сентября месяца вам будут выплачены эти деньги. Начался сентябрь месяц, а я пенсию получаю свою через вот это отделение Россельхозбанка. В конечном есть такое, значит, пошел для интереса, думаю, поступило что там или нет. Нет, говорит, поступлений никаких нет. Исчезновение денег пайщиков вместе с кооперативами – не редкость. В этом году в Рязани осуждены создатели финансовой пирамиды «Сберкасса-24». Руководитель получил 12 лет 6 месяцев лишения свободы, два его заместителя – по 7 лет 6 месяцев. От их действий пострадали 405 жителей Рязанской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Воронежской и других областей. Ущерб составил более 140 миллионов рублей. Главный офис кредитного потребительского кооператива «Честный капитал» находится в Санкт-Петербурге. Поэтому рязанский пенсионер Николай Башков обратился в полицию. Скорее всего, он будет не единственным пайщиком из Рязани, которому ничего не осталось, кроме как обратиться за помощью в правоохранительные органы. Не буду делать какое-то клише, но признаки мошенничества или кражи финансовых средств, которые были переданы пенсионерами, они, по-моему, налицо. У Николая Башкова трое сыновей, есть внуки, которыми он гордится. Он честно прожил жизнь и надеется, что с таким трудом накопленные деньги все же получится вернуть. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».